В Госдуме сегодня рассматривают в первом чтении законопроект о декриминализации ряда статей Уголовного кодекса. Речь идет о том, чтобы ввести административную ответственность, то есть штрафы, за преступления небольшой тяжести, совершенные впервые. Это побои, угрозы, использование поддельных документов. Законопроект был внесен Верховным судом. Инициативу депутатов попросил поддержать президент в своем послании. Мнения на охотном ряду разделились. Единая Россия и ЛДПР высказались за. Депутаты считают, что закон позволит многим людям избежать клейма судимости. Между тем, в Справедливой России отметили, наказывать штрафом за нанесение тяжких телесных повреждений нельзя. Много нареканий у КПРФ. И сегодня же на охотном ряду приняли закон о повышении с 1 апреля акцизов для нефтяных компаний. Так, на тонну бензина 5 класса ставка составит примерно 10 тысяч рублей, на дизель вдвое меньше. Это сделано специально, чтобы не пострадал агропромышленный комплекс. В среднем акциз повышается на 2,1 рубль за литр соответственно.